право, это не мы сделали! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это Droider Show. Как видите, мы решили сменить студию, и поэтому сегодня снимаем наш выпуск здесь. Ну и, как всегда, самое интересное о мире гаджетов, интернете и технологий за неделю. И начнем с главного. А главное на прошедшей неделе то, что компания RIM наконец-то после многих месяцев чесания затылка, увольнения людей и творческих поисков, конечно же, представила новую версию операционки BlackBerry 10. А вместе с ней и пару смартфонов. Классический для канадцев клавиатурник Q10 и сенсорный Z10. Уберите iPhone. Какой iPhone? Это Z10. Это Z10. Начинка у аппарата более-менее современная, но от свежих Android-флагманов отстает недурно. И по дюймам, и по ядрам, и по мегапикселям. Хотя, возможно, ежевичные операционки и эти цифры и не нужны. Главной фишкой интерфейса стали жесты. При помощи них осуществляется навигация и запуск всех основных функций. Не обошлось и без ништяков для корпоративных пользователей. Есть встроенная функция разделения личного и рабочего пространства. Это любопытно. Несмотря на то, что существенных огрехов в BlackBerry 10 нет, мне кажется, здесь история похожая на Windows Phone. Да, очень многие вещи сделаны не хуже, чем в Android и iOS, но нет ни одной существенной вещи, которая была бы сделана на голову круче, чем в этих операционках. Маленькое количество программ и какая-то неуклюжая функция портирования Android-приложений тоже очков не добавляют. Любопытно, что для пущего пиар-эффекта компания решила заодно и переименоваться. Была RIM, стала BlackBerry. Ну, в общем, давно была пора, но мне почему-то кажется, что в мире смартфонов есть место только для одной фруктовой компании. Хотя, впрочем, возможно, своих преданных фанатов и ценителей BlackBerry все-таки удастся попридержать какое-то время. Пока гаджетоманы всего мира готовятся к анонсу свежего флагмана от HTC, тайваньцы решили представить своего маленького мутантика, который называется HTC Mini. По сути, это гарнитура для основного смартфона, выполненная в форме компактного мобильного телефона. Собственного сотового модуля в гаджете нет, он подключается по Bluetooth к большому папочке, который, видимо, владельцу должно быть лень доставать из кармана. HTC Mini умеет не только звонить, но и отправлять смски. Да, интересный ход, особенно в период, когда все производители вроде как стараются минимизировать количество устройств, носимых человеком. Купить такой бабушка-фон можно пока только в Китае, видимо, на европейцах экспериментировать не решились. Так и хочется сказать, что следующим ходом должен быть выпуск брелка HTC Nano, который будет управлять вот этой самой гарнитурой HTC Mini. В общем, хорошая попытка HTC, особенно для людей, которые фанатеют по 90-м. А теперь новости из просторов интернета, который, видимо, уже не будет таким, как прежде. В феврале Лига безопасного интернета... Кто это? ...запускает в одном из российских регионов эксперимент «Чистый интернет». Суть его проста. По умолчанию пользователи будут получать доступ только к сайтам, которые входят в так называемый «белый список», который составлять будет эта же самая Лига безопасного интернета. И договоренности с операторами уже имеются. Огораживать непорочное население планируется, естественно, от педофилов и порнографов. Впрочем, если человек захочет, он сможет отказаться от этой услуги. Хоть на этом спасибо. Удивительно, что авторы этой прекрасной инициативы исходят из презумпции виновности сайта. Ну, то есть, вот они создают некую субстанцию, называют ее «Чистый интернет», и какой-то неизвестный сайт, чтобы попасть туда и быть доступным людям, вынужден доказывать и писать какие-то заявления, и говорить: «Привет, я белый и пушистый, я нормальный сайт». Лично мне такой подход кажется совершенно недопустимым, и только формат нашей с вами передачи удерживает меня от употребления идиоматических выражений и всевозможных скотоводческих терминов. Ну а в комментариях, конечно, можно написать что угодно. Или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А теперь небольшой сюрприз. Мы решили, что рубрика ВВП должна воспрянуть и заиграть новыми красками. Будем держать вас в курсе последних свершений из мира Windows Phone. Тем более на этой неделе и повод отлично нарисовался. Мир никогда не будет прежним, потому что Nokia запустила обновление своих смартфонов до Windows Phone 7.8. Эта версия умеет практически все то же, что и восьмая, та, что стоит на Lumia 920. Но она предназначена для более ранних девайсов. Lumia 510, 610, 710, 800 и 900. Теперь для настройки рабочего экрана можно применить всю имеющуюся креативность, ведь плитки в 7.8 бывают трех размеров. А людей, равнодушных к геометрии, порадует возможность передачи файлов по Bluetooth. Кроме этого, улучшена защита от детей, изменен экран блокировки, а мобильный интернет можно раздавать, используя смартфон как модем. В общем, дорогие виндофонщики, ждите, в течение нескольких недель заветный апдейт прилетит!
Первый и практически полностью прозрачный смартфон могут показать в этом году на выставке MWC 2013. Пока в интернете есть только несколько снимков прототипа от компании Polytron Technologies. Как видно из фотографий, непрозрачными остались только чипсет, камера и карта памяти. А сенсорные экраны батареи удалось полностью превратить в стекло. А еще в сети появился небольшой видеоролик с концептом прозрачного iPad. Тут, по задумке дизайнера, все основные элементы начинки спрятаны за металлическими планками сверху и снизу. Самое интересное, что такую штуку технически можно произвести уже сейчас. Вот только цена, скорее всего, будет далека от консюмерской. Если честно, мне вообще не до конца понятно, зачем производители мечтают сделать гаджеты прозрачными. Для чего это нужно? Лучше бы придумали какую-нибудь батарейку, которая будет жить неделю или две, или научили людей летать. Портативная и по-настоящему 3D-камера может совсем скоро поступить в продажу, если ее создатели соберут достаточно денег на сайте Kickstarter. Называется камера Lynx A. Вместо снимков она создает готовые 3D-модели. Пользоваться ей достаточно просто. Снимайте объект с разных сторон, будь это комната с мебелью или даже человек, а затем камера автоматически моделирует все в 3D. Ну а если под рукой у вас есть 3D-принтер, можно сразу и модельку забабахать. Другое применение Lynx-A — это motion capture, то есть запись движения людей или моделей для дальнейшего использования в играх или мультиках. Такой гаджет дома может заменить целую лабораторию для разработки игр, а стоить он будет около $2000. И, наконец, самый нужный и незаменимый девайс. Чехол под стаканник для айфона Upper Cup. Если у вас есть смартфон и вы любите кофе, то наверняка с вами хоть раз такое случалось. Два умельца из Амстердама решили не мириться с этой проблемой и придумали чехол для айфона со встроенным подстаканником. Он раскладной и в сложном состоянии может поместиться в карман. Пока разработаны два варианта. Для айфона 4 за $25 и для айфона 5 за 30. Честно говоря, я не думаю, что гаджет завоюет любовь миллионов и станет мега популярным. Другое дело, если бы в кофейнях давали одноразовую подставку под стакан с нишей под смартфон. Ну а вы подписывайтесь на наш канал вот по этой кнопке, пока мы не замерзли. Еще смотрите на канале Москва 24 программу «Цифра». С вами были Валерий Истишев и Борис Сведенский. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылка под видео. До встречи в будущем. Мы сейчас засняли уже этот кровавый эпизод. А теперь о внедрении чистого интернета мы поговорим с защитником униженных и оскорбленных Бэтменом.